В Екатеринбурге завершились прения по делу Олега Щеголихина. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своей возлюбленной Оксаны. Также уральцу вменяют угон и пьяную езду. Подсудимый вину признает лишь частично и говорит, на пострадавшую обид не держит. Да, в принципе, это облегчение как бы, на пострадавшего не держу. В принципе, извиняюсь, больше не чувствую. Я не видел, чтобы люди умирали от того, что им просто надавали. Напомню, согласно материалам дела, в октябре прошлого года Щеголихин привез бывшую возлюбленную в гараж, прибил ее стопы к доске, облил девушку бензином и поджег. После этого он, по версии следствия, отправился с ней на кладбище, чтобы похоронить. Но подсудимый признается лишь в том, что вел автомобиль не в трезвом виде. Мол, своей возлюбленной он нанес лишь травмы легкой тяжести. При этом экспертиза установила, Оксана получила множественные гематомы, ожоги второй и третьей степени. Но мужчина утверждает, что и здесь его вины нет. Говорит, думал, что в канистрах вода, а вспыхнула женщина из-за того, что курила. На сегодняшний день мы заслушали всех свидетелей, потерпевшую по данному уголовному делу. По окончанию прения, соответственно, стороной обвинения запрошено ему наказание в виде лишения свободы сроком, соответственно, на 12 лет.